Лицей номер 58 Калининского района Уфы – постоянный участник различных конкурсов. В 2014 году его признали лучшим лицеем России. Мы приняли участие в 3-м всероссийском форуме «Взгляд в будущее» и в номинации «100 лучших лицеев России» стали ее победителями. Конечно, эта победа – результат работы всего педагогического коллектива. Мы не останавливаемся на достигнутом. И надеемся, что наш коллектив совместно с ребятами будет двигаться и дальше. Администрация нашего лицея большое внимание уделяет подготовке выпускников к итоговой аттестации. То есть очень важно, как наши выпускники сдадут итоговые экзамены в форме ЕГЭ и поступят, что нужно для их поступления в вузы. Ну, несколько лет подряд наша школа имеет очень высокие баллы по математике по сравнению с республиканскими, российскими средними показателями. И даже несколько раз мы входили в десятку лучших школ Башкирии по итогам ЕГЭ по математике. Многие учителя, они видят ценность каждого ученика по-своему, они выделяют эти ценности, позволяют их развивать, и то есть индивидуальный подход к каждому ученику, помогают ему развиваться во всех областях. Также тут у нас сложилась семейная обстановка между учителем и учеником, каждый поддерживает. Ну и наши, конечно же, учителя являются высококлассными специалистами в своей области. Ну, я учусь в 3-м классе, и тут очень весело, и тут никогда не бывает скучно. Тут всегда проходят разные мероприятия, парад звезд, очень много разных конкурсов, олимпиад. Все учителя очень добрые, всегда научат, что не знаю. Мы, если не понимаем, всегда объяснят и расскажут подробнее. У нас все кабинеты в школе оснащены современным оборудованием. То есть это и мультимедийные проекторы, это экраны, интерактивные доски. Везде у нас в каждом кабинете абсолютно есть ноутбук или компьютер. Конечно, представлять современный урок без современных образовательных технологий – это невозможно. В школе имеется система доступа, турникеты и современная система видеонаблюдения, как внутренняя, так и внешняя. Мне кажется, все-таки, чтобы получить хороший результат в образовании, ну, прежде всего, надо любить свой предмет, любить своих учеников. То есть это самое главное, это залог успеха.